Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала «Сосновый крепостанец». И сегодня мы будем играть в какую-то там ферму. И знаете что? Угадайте что? В-третьих, что? Ну, добавить... Нет, уйди отсюда! Это понравилось три. Так, окей. Загрузить. А у нас сливок нет, до свидания. Что это такое? Что ты делаешь? Вы действительно хотите удалить игрока из друзей? Не, не хочу. А где он? Блин, в его городе! Ребята, мы в его городе. Так, у него название города. Какое-то чё? Не в союзе. Чё не в союзе? Идите на. Чё это такое? У тебя хоть есть этот аэропорт? Аэропорта нету. Слушай, это... а не пойдёшь ли ты как в жопу? Домой я хочу. А, можно и к нему, и домой. Это точно мой город? А, да, это мой город. Так что... Ух ты ж, мне это как раз нужно. Мне как раз это все нужно. Блин, у меня нет стекла. Ребята, у меня стекла нет. Да-да-да-да. Просите помощи. Да-да-да. Да я все поняла. Так, вы просите помощи только в одном вагоне поезда. Загрузить. Так, у меня нету. Загрузить, короче. Чё ты там ездишь, а? О, здрасте. Ух тышка. А я продала корм для птиц. Да, ничего такого. Мы еще сделаем корм. Так, а вот здесь мы посадим морковку. What the fuck? Они нам смогут снести яйца. Ну так и потом. Они жрать хотят. Да вы задолбали, жрать хотят везде. Что надо? Что это такое? Пожарная станция. А, это пожарная станция. Давайте мне сахар. Нельзя, понятно. Так. Что нам нужно? Нам нужны сливки. Где сливки? Нету сливок. Жаль. Смотрите, добро пожаловать в город Вилючинск. Да что надо? Чё? Да-да-да, поняла. Да что надо тебе, Эрни? Что тебе надо? Загрузить. А, у меня просто помощи. Все, до свидания. Спасибо, что навестили меня. Вы можете добавить больше друзей на вкладке «Найти друзей». Найти друзей. Марусян. Какой-то Марусян.
Пригласить, пригласить. Я сейчас всех так приглашу. О, все, нормально. Ну, все есть. Ну, корм-то уже делается. У нас все в Велитинске нормально. Так. Главное мне успеть это все выложить. Окей, окей, до свидания. Так. Недавно помогли. Здесь появятся игроки, которые недавно помогли вам. Давайте я к нему схожу. У него довольно-таки прикольный. Я ему не могу помочь ничем. У него что странное название города. А ничего, что у тебя там уже все выросло. Ну ладно, пойдемте уже домой. Может, у меня там все выросло. У меня там ничего не выросло. Нормально. Давайте посадим кукурузу. Да блин, а! Нету у нас, нету ничего. Вообще. Так я ничего продавать не буду. Да вы же грызите побыстрее. Да блин. Ребята, вот этот цыпленок с ума сходит, видите? Что за этим цыпленком по центру? По центру с цыпленком что-то не то. Боже мой, в цыпленка вселились демоны. И что ты там ездишь? Байкер, неудачник, блин. Дайте мне сливки и сахар. Да сливки пока сделаю, это здесь уже 100 лет пройдет. Давайте что-нибудь продам. Не знаю, давайте я пшеницу продам. Да, за очень большую сумму. Ну да, конечно. Давайте я что-нибудь построю. Так, давайте я построю какой-нибудь жилой домик. Домик с черепицей. Да-да-да, показать. Чего вам надо? Да-да, укай-укай. Да понятно. Боже мой, я где попало просто это все наделала. Где попало? Отвалите от меня, пожалуйста. Да все нормально. И что это такое? Что деревья растут из... Что, непонятно чего? Деревья растут из асфальта. Нормально, нет. Аномалия какая-то. Ладно, ребята, надеюсь, вам понравилось. Всем пока, всем удачи.